Привет, меня зовут Антон, мне 33 года, у меня 5 детей, любимая жена. Мы находимся в Цермате, в швейцарских Альпах. Известный факт, что каждая вторая олимпийская медаль заработана благодаря гипоксии в горах. Тренировки на высоте, они, во-первых, дают определенный сдвиг, помогают в тренировочном процессе, помогают пробивать некие уровни застоев, когда ты не можешь бежать быстрее, и что бы ты ни делал, у тебя не получается. Спускаясь с гор, результата получается добиться гораздо проще. Свой первый марафон в жизни я пробежал в 2013 году. Это был московский марафон, организованный ребятами из бегового сообщества. Я был поражен, потому что трасса была сложная для меня. Я еле добрел до финиша. Я лежал, умирал. Мой первый марафон был 3:25. И да, я знаю, это было достаточно быстро для первого марафона. Но мне было очень плохо. Я думал, что я никогда не буду бегать, но через 4 или 5 недель я уже бежал на марафон в Мельбурне, и уже 3:04, уже другие цели были. По ходу подготовки к своим 100 милям, в принципе, я набираю хорошую форму, стартую, и тут мне приходит такое предложение. А не хочешь ли ты пробежать 2 московских марафона в лимит одного? У меня внутри, если честно, все перевернулось. С одной стороны, я понимаю, что мой основной старт в этом году – это 100 миль, которые я хочу финишировать. Также я понимаю, что я бегу в гонку «Моцарт 100», после которой я бегу через 5 недель 100-мильную гонку. И если я соглашаюсь на двойной московский марафон, то это еще через 5 недель. Потяну я это или нет, успею ли я восстановиться, не получу ли я травму. И этот элемент непредсказуемости какой-то, он дает свою изюминку, и он манит. Эти два кольца, которые мне придется замкнуть. Посмотрим, что получится. Челлендж московского марафона для нас до сих пор остается непредсказуемым. Первую половину я побегу по перекрытой трассе с участниками. А вот второй марафон мне придется начать в одиночестве. Трасса уже будет не перекрыта. Где-то придется бежать по тротуарам, где-то придется по переходам. Как все будет складываться, конечно, будет интересно посмотреть. Желаю вам пробежать на уровне своих достижений и немножко лучше. На финише хочу увидеть победителя, хочу увидеть призера, потому что вы моя гордость. Я понимал, что будет сложно, но, с другой стороны, не попробовав, это же такая, то есть отказаться ты всегда можешь, да, но попробовать и сделать или не сделать, да, если есть возможность и тебе это нравится, почему нет? Я не всегда побеждаю или еще что-то, но мне нравится соревноваться, мне нравится именно сам драйв, выходить на старт, там, с этими людьми бежать. Старт. Чувствовал себя отлично, вот. Мыслей о том, что что-то не получится, даже не было. На самом деле, для того, чтобы разобраться с тем, что произошло вчера, нужно отойти немножко назад. Сезон этот, на самом деле, достаточно тяжелый. Там у меня было 2 марафона. Один горный с 3000 набора, другой я в Роттердаме бежал, где как раз вот личник установил. Потом я бежал 100-километровую гонку по горам там с набором 5000. Потом через 5 недель там или 6 бежал 100-мильную гонку, и потом вот здесь это все накопилось. Конечно, я понимал, что, наверное, я сдуюсь, да, там вот уже на сдутых колесах подъеду. У меня
могу сказать, что есть еще определенная такая психологическая штука, что здесь ты уходишь на второй круг один. То есть я просто не мог разбежаться. Я попробовал, там, воткнул наушники, там, музыку заводную включил, но ничего не получилось. Ну, то есть не получается себя завести, нету адреналина, там, нету, ну, то есть нету какой-то скованности какая-то в ногах, и все, то есть и вырубил просто, вырубил. Я на самом деле очень кайфанул от этого марафона, потому что бежал в комфортном для себя темпе, общался со всеми. Но то ли восстановления не хватило, то ли еще что-то, да, но вот имеем то, что имеем, да. Проведем, я думаю, что некий анализ, и в следующем году мы учтем вот эти нюансы.